Вот мяч у Игоря Кобзаря. И стартует. Сейчас это такая хорошая, добрая зимняя игра. Очень морозно сегодня в Нижневартовске. Минус 42 градуса. И вот Кузбасс именно в такое время сюда приехал. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Принимает Вишневецкий. И Папазов. Здорово в защите сыграл Карпухов, Зайцев, Маслиев. Еще одна атака Папазова. Ну, тут уже Карпухов бессилен. Пытался он взять этот мяч, но не тут-то было. И первое очко в этом матче добывает капитан Югры Самотлора. Лучший на данный момент бомбардир российской суперлиги полиматч Виталий Папазов. Ну что ж, с почином 1-0. И на подаче Игорь Коваликов, связующий Югры Самотлора. Карпухов, Кобзарь, Маркин, Коваликов, Богачев. Не очень удобно ему было атаковать. По сути, параллельно сетке он стоял. И тройной блок, конечно, с ним здесь справляется. 1-1 счет становится. И Маркин сейчас на подаче. Александр Маркин. Доигровщик. Так, принимал Вишневецкий, Коваликов, Богачев. Подстраховал его сейчас Папазов. Ну и вторая атака Егора была неудачной. А сейчас Зайцев атаковал в аут. Верба показывает, что было касание блока. Будет ли просмотр? Игроки говорят, не надо. Видно, Зайцев уверен, что не попал по рукам. Нет, таки просмотр будет, да? Ну вот разошлись тут игрок и тренер. Вроде как говорил Иван Зайцев, не надо брать просмотр. Все-таки Вербов решился на него. Было ли там касание блока? Сейчас посмотрим. Уже в начале первого сета прибегает к своему законному праву наставник Кузбасса. Так, касания блока не было. Зря, наверное, Алексей Игоревич не прислушался к своему диагональному. И 2-1 Югра Самотлор ведет. И одного просмотра лишается гости. Так, подача Богачева. Карпухов принимает, Кобзарь. И сам будет Антон атаковать. Отличная атака, не справляется там Кириллов. Да и сложновато, наверное, было. 2-2 счет становится после атаки Антона Карпухова. На подаче сейчас Михаил Щербаков, центральный блокирующий, самый опытный игрок сегодняшнего матча. 35 лет Михаилу, 85-го года рождения. Маслеев. Сам же и случайно он зацепил этот мяч, который шел от тройного блока, а Богачев не попадает в площадку. 3-2 выходит вперед Кузбасс. Пока на блоке очень успешно действуют гости. Видим, что раз за разом хозяева упираются в эту стену, которая на сетке вырастает. Другая подача Щербакова на Маслеева посла. Пытался смахнуть Коваликов. Неудача. Сейчас сам играет здорово в защите. Вишневецкий пасовал. Папазов не очень удобно ему. Максимум, что мог, сделал. Карпухов в аут, но по рукам блокирующих. И 4-2. Так, стоп. Что показывает Папазов? Просмотр. Валерий Песковский. А, Папазов показал, не-не-не, не было касания. Так нужно трактовать этот жест. Ну, давайте посмотрим, было ли касание. С места в карьер прямо начинают тренеры атаковать друг друга этими просмотрами. Ну, очень важный, конечно, матч для обеих команд. Каждому хочется уйти на каникулы. Да, касания действительно не было, слушайте, 3-3. Хочется уйти на каникулы с радостным настроем и самим победить, и болельщиков порадовать. Ну и
Конечно, еще масса других приходящих факторов, которые сказались на предматчевых раскладах. Давайте о них попозже поговорим. Подача Кирилла Пиуна, одного из лучших подающих Самотлора. Ну, сейчас Курсманович очень надежно первым темпом завершает атаку. Не удалось Пиуну задержаться на линии огня. Три эйса на его счету в предыдущем матче с «Зенитом». И очень удачно он порой подавал в концовках, что решало, ну, в частности, первую партию в том необычном матче, который в предыдущем туре состоялся. Мощнейшая подача Зайцева, Богачев принимает. Папазов! И отрок Карпухова в аут 4-4. Ну, состав, так скажем, без сенсации у Кузбасса. В общем-то, равно той же шестеркой начинал предыдущий матч с Уралом Алексей Вербов. Ну, пока первым темпом, конечно, здорово все получается у гостей. Вновь Курсманович забивает, никто ему там сопротивления не оказывает. Пас следует в ту зону, где куда не успевает стянуться черно-желтый блок. 5-4. Так, Антон Карпухов. Вишневецкий принимал. Коваликов-Папазов. Здорово сейчас разрезал Курсманович и Маркина. Не успели они там стянуться в четвертой зоне. И счет 5-5. Ну, пока пробуют друг друга соперники. Ну, так пока только и начало первого сета. Подача Маслиева. Посмотрим, какой сейчас из них воспользуется Станислав. Знаем, что арсенал у него богатый. Пробный такой шар запустил. И вновь Курсманович без вариантов. Ну что вы поделаете. Три очка, три атаки подряд он завершает в свою пользу. В пользу своей команды 6-5. И сейчас Петр Курсманович, сербский легионер Кузбасса, на подаче. Ну, если уже завершать разговор о составе в прошлом матче, то очень узкая обойма Алексей Вербов воспользовался. В той игре всего 9 игроков. Вот сейчас блоком хорошо потянули. Там, правда, Щербаков атаковал. Папазов мощно и без вариантов. Молодцы. Сейчас могли брейк сделать игроки Кузбасса, но не дали им это сделать хозяева. 6-6. Несмотря на то, что игра с Уралом, который 21 декабря была на из 5 партий, состояла всего 9 игроков выпускал на площадку Вербов. Вот кроме этой шестерки еще Сиважелес и Гливенко появлялись на площадке, ну и Либера Обмочаев. Так, подача Ярослава Верного. Выбитый прием, и сейчас есть шанс на хорошую доигровку. Богачев не без проблем с сопротивлением блока, но доводит дело до победного конца в этом розыгрыше. 7-8. И Ярослав Верный продолжает подавать. Ну что ж, такая динамичная игра. Интересная. Не затянутая. С разведкой, ну, с активной разведкой. Карпухов принимал. Маркин. Тройной блок на него идет. Папазов его страхует. Пайп Маслиева. Папазов теперь... И не достает после того, как либеро поднял мяч, не достает его Маркин. 8-6. Плюс 2 получает игра Самотлор. Третья подача Ярослава Верного. Он, по-моему, дольше всех пока задерживается на подаче. Мягкую сейчас подал на Щербакова. Маркин. Ну и тут без вариантов. Дали ему приложиться. 7-8. Так, ну и вновь Игорь Кобза сейчас будет подавать. Ой, как досадно-то, а. Вроде как и затормозил, затормозила полет мяча сетку, но это и смутило как раз Кирилла Пиуна. Мяч, который вроде бы он уже поднимал. Увяз у него в руках. 8-8. Это первый эйс в матче. И исполнил его Игорь Кобзер, связующий капитан Кузбасса. Так, Богачев тоже не без труда. Далеко отведен от сетки мяч. Егор сам будет атаковать.
Пиунту сейчас каким-то чудом. Ну вот именно это чудо-то как раз и помешало, мне кажется. Не очень удачно первым касанием был зацеплен мяч, и уже впереди Кузбасс. 3 очка подряд берут кемеровчане, причем 2 из них на подаче Кобзаря. Папазов. Сейчас неплохо, но Зайцев выручает команду. Мяч у Самотлора. И опять неудачно распоряжаются хозяева мячом. Ну вот сейчас прям... не совсем удачный отрезок. И да, ну логично, тайм-аут Валерия Песковского, потому что ну просто 3 розыгрыша, которые Самотлор должен был играть, они проваливают. Дважды там не лучшим образом Пиун сыграл. Ну и вот сейчас все было в руках Самотлора, однако отдали они мяч Кузбассу. И кемеровчане, конечно, этим шансом воспользуются. То есть со счета 8-6 сейчас гости ушли на 10-8. То есть 4 очка подряд набрали. Ну и нужно разобраться, где сейчас провал случается. Вот сейчас с Богачевым отдельно разговаривает Валерий Песковский. Восемь-10, подача Кобзаря. Богачев, Коваликов, Богачев. Ну, вот сейчас удачная атака Егора Богачева. 9-10, не успели ему выставить блок. Очень быстрая передача. Оперативно на нее Егор вышел и забил. Игорь Коваликов. Карпухов. Кобзарь. Маркин. Блок аут. И 11-9. Так. Непонятно, сейчас что-то происходит там на стороне Самотлора. Отошел сейчас в сторону Егор Богачев. Такое ощущение, что нужно было ему немножко побыть так одному, сконцентрироваться. Подумал, вернулся на площадку, сейчас о чем-то говорит с партнерами. Так, а вот и замена, да. Дмитрий Макаренко вместо Богачева. Ну. Посмотрим. Обычно Макаренко появляется, когда нужно в защите игру усилить. Маслеев принимал. Пион. И 10 очко набирает Самотлор. Не добил до пола, но не смогли сохранить мяч в игре гости. И вот сейчас подача Макаренко. Первая замена это была у матча. Хорошая, мощная подача, но Карпухов справляется. Кобзарь и сам Антон сейчас будет атаковать. И от рук Папазова, к сожалению, в аут. Мяч уходит, 12-10. Ну, наверное, конечно, огромный сюрприз преподнес Самотлор в предыдущем туре. Да не, наверное, точно. Все единодушно назвали сенсацией победу над «Зенитом» Казанским здесь в Нижневартовске. И, ну, я думаю, что, конечно, кемеровчане сделали выводы, посмотрели, подкорректировали. И немножко с иным настроением вышли на матч, нежели бы они вышли не будь игры в предыдущем туре. Между тем, Маслеев при атаке попадает по рукам блокирующих. И 11-12 счет подачи Пиуна. Как быстро этот круг прошел. Только вроде бы недавно Кирилл был на подаче. Хорошая подача, Маркин справляется. Зайцев. Не так много, кстати, ему мяч дают в первой партии пока. Больше первые темпы атакуют. Там тот же Карпухов. А сейчас Верный в одиночку закрывает Красманович, если я не ошибаюсь, да? Секунду. Да, счет 12-12. Да, Карцмановича первый раз закрыли. Сделал это Ярослав Верный. Давайте посмотрим. Ярослава Верного
205 у Курсмановича. Ну, 205. Ну, вот здесь нашла коса на камень. Посмотрим, что будет дальше. Верный. Ой, извините, пиун. Вновь подает, вновь неплохо. Зайцев. Не успевали стянуть блок, но тем не менее смягчили. Маслиев. И еще раз по рукам блокирующих. Вот пользуется Маслиев этим своим оружием. Потому что, ну, сложно, конечно, объективно переиграть, когда вырастает перед тобой такой высокий тройной блок. Не самый высокий игрок Маслиев. 197, даже 2 метров нет. Ну вот он играет вот так. 13-12 впереди Самотлор. И подача Кирилла Пиуна вновь. В Маркина вновь, но сейчас он более уверенно справляется. Кобзарь и Карпухова закрывают верно, и Папазов. Ну вот теперь вполне себе прилично. Отрезочек выдаем и на подаче Пиуна. 14-12 впереди Югра Самотлор. Тайм-аут теперь берет Алексей Вербов. С этого сезона Алексей Вербов работает в Кузбассе. Сменил он Георгий Крету, который в прошлом году, ну, по факту, получается, к бронзе привел команду. Хотя тут сложно, конечно, говорить о местах, потому что, ну, недоигранный был сезон, и какой бы там по факту мог Кузбасс место занять, мы не знаем. Ну, вот как закрыли таблицу, так закрыли. Но Алексей Вербов в том году «Зенит» тренировал. Ну, сейчас мы знаем, что Владимир Олегович вернулся там в команду. Ну, а Вербов вот приехал в Кемерово и работает с Кузбассом. Завершается тайм-аут. 14-12 впереди Югра Самотлор. И продолжает подавать Кирилл Пиун. Так, сейчас Карпухов принимал. Кобзарь. Зайцев. Коваликов. Папазов будет атаковать. И отблоковал. 15-12. Ну, вот сейчас на не очень удачную расстановку, конечно, стали, попали. Гости. Сложно им с подачей пиуна. Ну, и сейчас самое главное, конечно, принять. Это всегда так бывает, когда не могут сняться с расстановки. Тут уже все упирается в прием. Сейчас Маркина кто? А, нет, извините, показал, что закрыл его верно. Нет, там попал мяч в сторону на площадку Самотлора. 15-13. И Иван Зайцев, диагональный, 32-летний диагональный Кузбасса подает. В этом сезоне он появился в команде, приехал из Италии. Но до этого в России уже выступал, все прекрасно об этом знаем. Ну, сейчас Маркину дают забивать. 15-14. Соскучились, такое ощущение, уже гости по атаке. Ну и вот сейчас не хотелось бы, чтобы они во все тяжкие пустились. Сейчас уже внимательно нужно Самотлору в приеме играть. Силовую сейчас Зайцев будет подавать. Ну, сейчас спокойно Вишневецкий принял Коваликов. И Папазов играет блок-аут. Карпухов и Красманович прыгали. Но дивидендов не получили. 16-14. И подача Виталия Папазова. Не очень у меня отложилось, как он подавал до этого в партии. Но посмотрим, что сейчас у Виталия получится. Силовую. Шишкин достал. И вновь верный закрывает Карсмановича. Вот так. Второй блок верного именно на Карсмановича. 17-14. Так, вновь Шишкин принимает. Выбитый прием и смахивает Маслиев. 18-14 плюс 4. Ну что ж, комфортное преимущество сейчас получает Самотлор. Но так, тайм-аут берет Вербов или нет? Как-то он неуверенно показал. Берет. Ну, нужно сказать, что, конечно, очень сложный отрезок был у Кузбасса. Дело в том, что команда уже целый месяц не была дома. Они как отправились в выездное турне. Так, в общем-то, по городам и колесили. Там это было связано и с удобным календарем, и с тем, что им нужно было играть в Лиге чемпионов матчи.
но и для акклиматизации там вот они в европейской части России находились. Ну и вот сейчас это турне они завершают, после того, как сыграют с Нижневартовским, поедут домой. Завтра команда из Морозного Нижневартовска вылетает в Новосибирск, ну и будет уже скоро в Кемерово. Ну и, конечно, я сейчас не хочу делать комплиментов черно-желтым, но, конечно, такой непростое завершение этого турне. Папазов продолжает подавать. Сейчас Маркин принимал, Кобзарь. Ну и Маркин забивает от души. Сейчас он взлетел над площадкой. И не без сопротивления, но положил мяч. 15-18, подача Антона Карпухова. В 2014-2015 году, в том сезоне, когда Самотлор вернулся в Суперлигу, Антон выступал за нашу команду. Конечно, прекрасно его помнят болельщики. Верное. Вот сейчас Корсманович верного закрыл. Макаренко играет ногой. К сожалению, оп! Хотел сказать, к сожалению, не будет у нас атаки и нужно будет обороняться. И тут Маркин намудрил. 19-15. Но потерял концентрацию, видно, уже готовился атаковать вместе с командой. И вот такой накол, да, для опытного игрока. Ну, с кем не бывает. Подача Маслиева. Мощнейшая принимает Маркин. Кобзарь. Маркин. Ну и справляется. Конечно, не принять тут Кириллову. Извините, не достать этот мяч Кириллову. 16-19. А и подача Крсмановича. Нужно сейчас выбирать, если хотят цепляться кемеровчане за эту партию. Маслиев. Ох, выбитый прием. Тяжело сейчас, надо защищаться. Разошелся Маркин. Пожалуй, лучше он, наверное, у Кузбасса в этом сете. По крайней мере, такой самый жадный для набранных очков. Ну да, и отметим, конечно, подачу Кобзаря в середине сета. И три забитых мяча первым темпом у Корсмановича. Вновь усложняет он подачу сейчас. Вновь защищаться нам придется. Но сейчас верный закрывает уже Антона Карпухова. Ну, Антон, да, он тогда, отыграв один сезон, был признан лучшим игроком Самотлора по версии клуба болельщиков, стал лучшим бомбардиром команды. Ну и, собственно, в том же 2015 году он уехал как раз в Кемерово играть, с тех пор выступает за эту команду. Был, да, приглашен во вторую сборную России, тогда Шляпниковым, ну а потом уже сыграл и за первую, будучи игроком Кузбасса. Является победителем мировой лиги. Зайцев сейчас забивает. 18-20. Давайте уже скажем, сколько матчей за сборную Антона Карпухова. 18 матчей в сезоне 18-19. И в 18 году он выиграл Лигу наций. Так, 18-20. Вновь подача сейчас Кобзаря. Все внимание приему. Ох. И не достал Макаренко. Ну что ж, кто его не подстраховал там. Наверное, возможно это было. Ну и совсем мизер остается от этого четырехочкового отрыва, который был у Самотлора. В общем, благодаря мастерству, конечно, своему Кузбасс выбирает. Что уж говорить. В общем, все-таки по именам, по титулам погромче у него состав. Да и регалии тоже. Макаренко отлично в нужный момент. Блокаут делает. 21-19. В этом счете Игорь Коваликов, связующий игру Самотлора, на подаче. Карпухов, Кобзарь. Мяч у Самотлора. Ох! Какая незадача-то опять получилась. Пытался первым касанием забить Папазов, но его просто на раз тут закрыли. 20-21. Вся борьба в этом сете еще, конечно, впереди. Да, блок, конечно, хорош.
организованный двойной, тройной у Кузбасса. Здорово выглядит. Вот, пожалуй, это первое. Секунду. А, нет, это подача в аут. И я хотел сказать, что это первая, по-моему, сорванная подача вообще в сете. Маркин пытался сделать эйс, но попал в аут. 22-20, подача Макаренко. Маркин, Кобзарь, Карпухов. В аут. Но касание блок. Там был 21-22. Михаил Щербаков будет подавать. Маслиев. И забивает в итоге пиун. Не смогли оставить мяч в игре после его атаки. 23-21. И сейчас подача пиуна. Вот то, что может помочь Самотлору. Но об этом и Кузбасс знает. Так, замена обратная, которую упустили мы. Выходил тут Титов. Вместо Верного. Сейчас Верный вернулся. Пиун. Зайцев. Маслиев уже не смог ему блок поставить. Должным образом 22-23. И подача Ивана Зайцева, игрока сборной Италии. Второго легионера в составе Кузбасса. Хорошая подача. Вишневецкий справляется. Коваликов. Папазов. Есть. Успевает ему положить мяч туда, куда нужно, пока вырастает перед ним блок Крсмановича и Карпухова. 24-22, и есть два сетбола как раз на подачу Папазова. Карпухов. И так. Секунду, сейчас какой-то спорный момент. Просмотр сейчас берет сам судья, потому что очко отдали Самотлору. Так, нет, очко, значит, Кузбассу. 23-24. Один сетбол отыгран. Подача Карпухова. Тайм-аут сейчас берет Висковский. Ну, потому что что его беречь, сет идет к концу. Кстати, чемпион России 2018 года в составе Кузбасса, как и еще 5 игроков. Папазов. Блок-аут. Ну вот, все-таки в пользу Самотлора заканчивается первая партия. 25-23. Давайте отдохнем сейчас в этом перерыве. Ну, очень действительно динамичная была первая партия. Подает сейчас Игорь Коваликов. Начинается у нас второй сет. Маркин принимал Зайцев. Ну, вот Зайцев вот так выводит в атаку, что почти никогда блок не успевает выйти на него. Соответственно, сопротивление там у него редко бывает. 1-0. Маслиев принимал, Коваликов, Папазов. И по рукам блокирующих в площадку. 1-1. Ну, нужно, конечно, думать, что больше к этому матчу наелись гости, потому что ну, плотный у них график. Они там играли и в Лиге чемпионов. 3 игры с переменным успехом. Сорвался с Макаренко подачу. Мимо цели пролетел его планирок. И с Уралом пятисетовый матч. Так, подача Маркина. Ох, как здорово сейчас Кобзарь достал. Мяч ладонью. Коваликов, Маслиев. Ну, молодец, Станислав сейчас вытянул все, что мог. Мяч там уже висел на сетке, он его достал. И
Положил в площадку. 2-2. Кирилл Пиун будет сейчас подавать. Вот рекомендации Валерия Песковского сейчас прям очень хорошо слышны. Без болельщиков проходят. Вау, сейчас Зайцев атаковал. Нужно было просто проткнуть мяч, хотя там все-таки один блокирующий, но он сейчас выходил. Зайцев, наверное, был так уверен, что решит эпизод, что не решил. 3-2 впереди Самотлор. Щербаков. Макаренко достал. Папазов. А Карпухов закрыл верный. Ну, очень Ярослав доволен. Очень. Получается у него пока. Чу-чу-фу на блоке. 4-2. Маркин, Кобзарь, Щербаков не добивает, Маслеев и верный завершает, 5-2. Ну давайте, чтобы в Лиге чемпионов просто больше не возвращаться, вот не очень везет, конечно, Кузбассу с этим турниром, в прошлом году в полуфинал они пробились, а после пандемии свернули все и не доиграли турнир. Так. Вот Щербакова, который в нескольких эпизодах действовал неудачно, и Налта Васильев выходит. Тоже опытный игрок, но помоложе Щербакова, 89-го года, 31 год. Иналу, кстати, тоже чемпион России 19-го года. Кроме того, еще Кречетов, Щербаков, Кобзарь, Карпухов и Димаков. Шестеро сейчас чемпионов России в составе Кузбасса. Лукау сейчас сыграли в атаке кемеровчане. И 3-5 счет. Вот. Ну а в этом году в группе вот из трех матчей только 2-1 выиграть удалось. У Кнака, у бельгийского. Модене и Варшаве проиграли кемеровчане. Ну и теперь второй тур ожидает их. Папазов есть. Верен Виталий себе. 6-3. Ну и волна критики такая получилась нехилая на Кузбасс. Взял удар на себя Алексей Вербов. Он сказал, что да, конечно, это неудачный результат. Но нужно понимать, что команда боролась, что она часть души вложила в эти игры. И поэтому... Нужно умерить себя критикам. Крцманович сейчас без сопротивления забил и принес 4-е очко Кузбассу, пока мы разговаривали с вами о выступлении кемеровчан в Лиге чемпионов. 4-6 сейчас счет, подачи Ивана Зайцева. Вишневецкий, Макаренко, Маслеев, пушка и точная пушка. 7-4. Станислав Маслеев это был. И вот глядя на игру Маслеева в большинстве эпизодов, ну нет такого ощущения, что 4 года человек не играл. Все знают уже, кто хотел поинтересоваться этой историей с допингом. Не буду я ее повторять. Срывает сейчас Маслеев подачу. 5-7. Немного пока брака на подаче в этом матче. По-моему, всего на вторая, третья, четвертая, может быть, сорванная подача. Продолжается у нас второй сет. И Карпухов. Вот сейчас и лаверды такое получил. Сначала Маслеев, потом Карпухов. И плюс 3. Сохраняется преимущество. Подача верного сейчас. Thank you.
Пытался сейчас Ковальников заблокировать Маркина, не получилось. 6-8. Подача Петра Крсмановича. В первом сете получилась у него неплохая серия. Макаренко. Ковальников. Макаренко тройной блок на него. И пиун не смог подстраховать, но и объективно сложновато. Там было резко отскакивал мяч. Мощно атакует Макаренко. Ставил руки Кириллу, но отскок был серьезный. 7-8 счет. Подтягивается Кузбасс. Сейчас мягкая подача Макаренко. Еще раз. Ну вот сейчас здорово. И блок, и в линию. 10-9-7. Минус 43 градуса между тем сейчас на улице в Нижневартовске. Это так, для информации. Кобзарь. Маркин. Ну, Маркин молодец сегодня. Я уже говорил об этом в первой партии. Сейчас тройной блок вышел на него в ожидании мощной атаки. А он просто в линии его обхитрил. В этом сезоне из Санкт-Петербургского «Зенита» Маркин пришел. Папазов тоже из сложной ситуации, откуда-то из-за шиворот этот мяч там вытаскивал. Но забил. Так. И вот Евгений Сиважили сейчас выходит вместо Карпухова. Ну, в общем, один близкий для Нижневартовска человек меняет другого. Ну, а Евгений Сиважили вообще воспитанник Нижневартовского волейбола. В 14 лет он сюда приехал, 8 сезонов провел за «Самотлор». Как и Карпухов, он за «Самотлор» в Суперлиге дебютировал. Ну а потом, в основном, конечно, в составе казанского «Зенита» он всех возможных регалий добился. Был чемпионом Европы в составе сборной России. Но вот только на Олимпиадах не посчастливилось, к сожалению, Евгению поиграть. Ну ладно, об этом попозже давайте поговорим. А сейчас вновь сокращает разрыв в счете Кузбасс. 9-10 счет. Папазов. Маркин на задней линии здорово играет. Зайцев. Аут. Без касания блока. 11-9. Подача Кирилла Пиуна. Здорово, но Шишкин справился. Зайцев, загнанный в угол, так и проатаковал. Но есть доигровка. Маслиев. Шишкин. Тавасиев. Макаренко. Перекинем мяч, будем защищаться. Еще раз Тавасиева закрыли. И еще раз в защите. Ну, молодцы. Ну и блоком бы сейчас потащить. Ну, очень старались. Поаплодируем. Ну, а у Кузбасса нарисовываются там сложности со вторым первым темпом. Если Крсмановича мы в деле видели, то вот Тавасиев тоже в этой атаке, по крайней мере, дважды не преуспел. Сейчас посмотрим на подачи его. Макаренко. И Маслиев забивает. Ну, не осложнил Тавасиев подачу. Виталий Папазов при счете 12-10 подает. Шишкин.
Сиважелес не забивает. 13-10. Первый раз Игорю дали атаковать. Увы, в блок. Ну, после Казани был период у Игоря, когда он... у Евгения был период, когда поиграл он в Санкт-Петербурге. Тайм-аут сейчас вернул вперед. В Санкт-Петербурге, вот, в позапрошлом сезоне перешел в Кузбасс. Ну, если уж по регалиям пройти, то давайте, пока сейчас пауза. 87 матчей за сборную России. Сиважелес за обладатель Кубка мира, чемпион Европы, победитель мировой лиги, серебряный призер Кубка чемпионов 2013 года. Это только в составе национальной команды. Ну, а если говорить о достижениях в клубе, то, внимание, пятикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка, семикратный обладатель Суперкубка и трехкратный победитель Лиги чемпионов. Это все в составе казанского «Зенита». Прошу любить и жаловать. Евгений Сиважелес, номер 6. Воспитанник клуба «Югра Самотлор». Но, правда, играет сейчас за Кузбасс. Предыдущий атаку вот провел в блок. Папазов продолжает подавать у нас. Принимал же Сиважелес. Еще одна атака. Вот сейчас забивает. 11-13. С почином Сиважелеса. Так, ну всех, в общем-то, бывших вартовчан представили. В прошлом году еще Ярослав Подлесных выступал за Кузбасс. Тоже не чужой для нас человек. Зайцев сейчас подстраховал блок. Сиважелес Ваус, бит касания. 14-11. Вот. Но в московское «Динамо» он вместе с Лаури Кермининым перешел. Сейчас верный с Зайцевым решили поговорить. Так, и судья сейчас Ярослава пригласит. Нет, не пригласил пока что. Ну, на заметку, наверное, взял. А, нет, зовет. Кобзарь и Папазова. Сейчас либо будет разговор, либо командное предупреждение может быть вынесено. Ярослав Верный подает. Сиважелес принимал. Маркин. Ну, вот здесь, когда дают ему простор, без вариантов, только если уж сам он ошибется. Тоже игрок с опытом выступления за сборную. 18 матчей у него в сезоне 15-16-18. Был кандидатом в олимпийскую сборную в Рио-де-Жанейро, но отцепили там Александра в последний момент. Ну и, как говорят в кулуарах, в общем-то, из-за вот этой ситуации с Мельдонием. Так, замена у Самотлора. Вместо Макаренко сейчас Поздняков выходит. Савелий Поздняков. Да, игровщик. Давненько мы не видели его на площадке. Посмотрим сейчас. Всех своих доигровщиков пробует Валерий Песковский. Ваут, так. Ваут была атака Маркина, чтобы касание блока было. Просмотр Песковский берет. По
помните всю эту ситуацию рубежа 15-16 годов, да, когда там уйма спортсменов была поймана смельдонием, который вошел в список запрещенных препаратов. Но когда просто поняли, что так, запрос не удовлетворен. А, площадка была. Вот там видно. 14-16 счет. Когда стало ясно, что нужно там норму по мельдонию снижать, в общем-то, как бы санкции с многих спортсменов были сняты, в том числе и с Маркина. Но в олимпийскую сборную он не попал. Но правда, там наша команда и без медали осталась. Матч за третье место проиграв американцам. Но в той команде играл Игорь Кобзарь, кстати, из участников сегодняшнего матча. Счет. Вот как раз Савелий Поздняков сейчас на подаче. Посмотрим сейчас, попытаемся понять, какие задачи поставил перед ним Валерий Песковский. Пиун и Папазов закрыли, но не до конца. Там Зайцева. Ну, а второй попытки Иван забивает. 15-17. Поставили бы в первом случае руки, пожестче быть бы мячу в площадке, но... Другой стороны, он мог быть сразу в ауте. Ладно, так, вот как раз подача Александра Маркина сейчас. Поздняков принимал. Маслиев, Шишкин, Кобзарь. Всеволожец будет завершать. Валиков не подстроился, юркнул мяч под сетку, пытался там играть ногой его доставать, но увы, 16-17, вновь до минимума сокращается преимущество сейчас. Вот так вот оно балансирует, плюс 3, плюс 1, плюс 3, плюс 1. Ведь могут же сейчас гости не дать больше такого шанса сопернику. Сейчас Вишневецкий принимал. И он забивает. Завис мяч сейчас в воздухе. Вращался, было там время прицелиться. Ну и Кирилл прицелился. 18-16. И сейчас сам идет подавать. Сейчас бы вот подать бы хорошо. Желез, Кобзарь, Зайцев. Сейчас успели поставить блок, и Зайцев не забивает. И будет просмотр. Да, не уверенно так Вербов, но рисует в воздухе этот мониторчик. 19-16 на табло, но касание блока там, я так понимаю, будут смотреть, потому что аут там явный был. Такой длительный просмотр. Не сравнить, конечно, с тем, что был в концовке там первого сета, но больше он времени требует, чем иные. Значит, не все так просто там. Значит, возможно, все-таки по рукам блокирующих и мог попасть Зайцев. Но блок ему сейчас поставили уверенно. Не часто это получается. Там быстрая передача идет, мощная размашистая атака, и не всегда успевает стягивать блок там во вторую либо в четвертую зону. Вот, сейчас блок был. Так, вновь судью на вышке просят спуститься.
похоже, сейчас кто-то будет из команд там военный совет в филях проводить. Но правда, Зайцев там с Симожелезом разговаривает. Маркин присоединился к разговору. Игроки Самотлора просто ждут. Так, и я сейчас смотрю, что сейчас Макаренко вместо Позднякова вернется на площадку. Но все-таки. Да. Так, да, очко отдается. А, касание сетки смотрели, да? И вместо плюс 3, плюс 1 опять. 17-18. Так, нет пока замены Макаренко на Позднякова. Подача Тавасиева. Маслеев принимал. Верный цепляет там Маркин. Кобзарь, Севажелес. Синевецкий, Маслеев пойдет. Тавасиев потащил. Коваликов, Папазов. Забивает 20-17. Так, все, извините, пожалуйста, счет же был 19-16, да, потом стал 18-17, сейчас забивает Виталий Папазов, 19-17 счет становится. Так, и замена связующего сейчас, Коваликов выходит, Безруков выходит, Самотлор давненько мы не видели его на площадке, Коваликов всю игру с «Зенитом» провел. Позняков, Маслиев, сориентировался, Папазов, не достать, ай, достал Маркин, Севажелес просто скинул, ну и нужно доиграть эту атаку, Маслиев, забивает Маслиев, 20-17. Так, и тайм-аут это Алексей Вербов берет. Силовая, Шишкин справляется. Кобзарь. Севажелес сейчас без роков закрывает. И... Ну, хорошо, только вышел и отметился блоком. 21-17. Вот попади там сейчас в стык, Евгений. И быть бы 18-м очку. Ну, вот он попал в руки нашему связующему. Значит, на нужном месте они оказались. Маркин сейчас принимал. Кобзарь. Без руков. Маслеев. А мог бы и ваут мяч отскочить, а? 18-21. Так, подача Ивана Зайцева. Нужно очень внимательно сыграть в приеме. Видели мы уже эти неприятные зайцевские подачи. Мощно, но Вишневецкий справляется. Маслеев, что ж такое-то, а? Второй раз закрывает его в четвертой зоне. 19-21. И половиница, комфортное преимущество. Тайм-аут сейчас берет Песковский. Ну, сейчас нужно просто разобраться с завершением атаки, потому что с приемом-то... справлялись. Ну вот, два раза на Маслеева нашли оружие. Два раза он пытался проломиться сквозь блок и два раза неудачно. 19-21. Придется сейчас еще раз там Вишневецкому или Позднякову, кто там будет принимать, потрудиться над подачей Зайцева. Ну и завершать атаку. Много сейчас, конечно, от связующего зависит. Хотя когда от него что не зависит. Да, вот интересный нюанс, о котором я вам забыл сказать, что у Кузбасса, вот, например, за многие годы капитанами команды были только связующие. Ну, видно, традиция такая в команде. Вот Вишневецкий вновь справляется.
Сейчас Папазов будет завершать. Но и здесь не проходит Сиважей. Плюс 4 имел Нижневартовск. Вишневецкий вновь справляется. Безруков, Маслеев. Фу, ну сейчас аут. 22-20. Просмотр сейчас попросит Вербов. Нервная концовочка. Нет, тут, я думаю, такая больше психологическая пауза была, а там аут был такой, с просветом. 22-20, подача Маслеева. Был бы сейчас гандикапчик побольше, конечно, Станислав бы рисковал. Но он все равно будет рисковать и вау, к сожалению. 21-22, без боя отдаем это очко. Так, подача Сиважелеза. Равная концовка второго сета. Тебя вроде бы не предвещало. Верный. Безруков, верный первым темпом. Есть, давненько мы первого темпа не видели. И вот он в исполнении Ярослава Верного. 23-21. И сам Ярик сейчас будет подавать. Так. А, вот Максим Титов сейчас выйдет на... Секунду, что там судья показал? Максим Титов на подачу. Видели мы уже эту замену и в матче с «Зенитом», и сегодня в первой партии. Молодой, самый молодой наш блокирующий, воспитанник Нижневартовского клуба «За университет» поиграл. Ну и вот сейчас его Валерий Песковский в этом сезоне уже активно стал подпускать к первой команде. Опачки! Это эйс, ребята, 24-21. Сыграла замена. Сиважелес там не принял. Ох, что сейчас в третьей партии будет, а? Вернули его к порядку. И три сетбола у Самотлора на подаче Титова. Так, сейчас Маркин справляется. И Маркин будет атаковать. На задней линии Маслиев. Пасовал Титов. И Поздняков завершает эту партию. 25-21 и 2-0 ведет по сетам Юграсом. Так, подача... Господи, Кобзаря. Папазов. Кобзарь как раз поднимает этот мяч. Маркин. Папазов достает. Коваликов, к сожалению, там нужно было через Виталия переступить, и не получилось. Еще и капитану нашему досталось. Так, да, Коваликов вернулся на площадку вместо Безрукова, который выходил в концовке. 1-0 повел Кузбасс. Маслеев делает блок-аут. Не расстроили вот эти два чехла его в концовке второго сета. Продолжает он идти на блок, как, в общем-то, символ наступающего 2021 года. Ну и вот сейчас получается. Глевенко блок-аут от рук Папазова. 2-1. Ну вот, конечно, блистал в прошлом сезоне в Кемерове Виктор Полетаев в диагонали. Но уехал он в Санкт-Петербург. Вот теперь пара диагональных Глевенко-Зайцев. От рук Сиважелеза сейчас мяч уходит в аут. 2-2. Ну, вообще, как бы не сильную ротацию состава провели в межсезонье в Кузбассе. Там Керменин и Подлесных ушли в «Динамо». А Полетаев и Пашицкий в «Зенит». Ну, вместо них пришли Зайцев, Маркин, Крисманович и обмочаев Шишкиным два либера.
Но Алексей Обмачев, если я не ошибаюсь, сегодня на площадке еще ни разу даже не появлялся. То есть играет один Владимир Шишкин. А Обмачев на минуточку олимпийский чемпион Лондона. 3-2 впереди сейчас Кузбасса. Васеев подает. Аут. 3-3. Подача Пиунасева, Желез справляется и сам сейчас будет атаковать. Не разгадали сейчас комбинацию Евгения. Он просто смахнул мяч под заднюю линию. И Макаренко там не достал. 3-4. Вот первая подача Богдана Гливенко в этом матче. Макаренко. Коваликов. Маслеев. По рукам блокирующих Маркин на задней линии страхует. Кобзарь. Гливенко. Ну и Маслеев его закрывает. Ну и Гливенко удивлен сейчас. Так он смотрит. И очень некорректный жест делает. Я думаю, что сейчас, конечно, нужно это отметить там в протоколе. Ну, только человек появился на площадке и начинает жестикулировать. Крсманович вспоминает, что может первым темпом и забивает. 5-4 впереди Кузбасс. А мы давайте посмотрим за Гливенко. Как-то он этим чехлом несколько озадачен был. Подача всего железа и в сетку. 5-5. На площадке, кстати, сейчас у Кузбасса находятся два чемпиона Европы. Это Евгений Сиважелис в составе сборной России и Петр Цирсманович в составе сборной Сербии. Победительница последнего Евро 2019 года. И вот он сейчас как раз разыгрался и добывает очки. Сейчас еще и подавать будет. Макаренко. И не достать там Сиважелезу. Шесть, шесть. Ярослав Верный подает. Тут уж он сам, не будут его на Титова менять. И срывает подачу, к сожалению. 7-6. Какая-то сейчас череда пошла срывов подач. Кобзарь отметился. Ну, устают команды уже несколько к третьему сету. Ну, уже говорили им о том, что у Кузбасса это совсем плотный график был. Вот, плюс ну, такая динамичная, плотная, интенсивная игра. Где-то рисковать надо. Сейчас два касания свистят Макаренко. Подача Маркина. Аут. 8-8. Не рискую сейчас Вербов брать просмотр. Партия важная. И могут они потом понадобиться. Подача Макаренко. Шишкин.
Курсменовича закрыли, но жалко, что от рук блокирующего Вайлд мяч уходит. 9-8. Так, паузу, которая у нас образовалась в трансляции, вышел Кузбасс вперед, повел плюс 2 очка. Давненько такого с кемеровчанами не было уже. Маслеев, не достать. 9-10. Так, 9-10, подача Кирилла Пиуна. Маркин забивает, 11-9. Ну вот, Кузбасс сейчас может, конечно, разжиться на этом гандикапике. Каренко, выбитый прием. Папазов. Коваликов, Папазов. И есть, забивает. Никакой блок тут не поможет. В такой непростой ситуации Виталий сейчас решил эпизод. 10-11. Молодцы, поборолись сначала в защите, а потом и в атаке здорово сыграл наш капитан. И сейчас выходит на подачу. Маркин, Кобзарь. Блок-аут после атаки Крсмановича. 2 очка преимущества сохраняются у Кузбасса. Макаренко, Коваликов. Маслеев. Спасает ситуацию Кобзарь. И вот тут уже, конечно, опять намудрился Матлор. Можно было как-то более рационально этим мячом распорядиться. Но в итоге имеем минус 3. Ну, конечно, соотношение встреч в пользу Кузбасса с 2014 года в Суперлиге команды играли. И тогда первую игру в Нижневартовске проводили. Они 3-0 выиграл Кузбасс. Потом, правда, в Кемерово 3-0 уступил. То есть разменялись они в тот сезон победами. Ну а потом побеждал только Кузбасс, кроме одной игры 2017 года в Нижневартовске. Там тоже был уникальный матч. 2-0 вел Кузбасс по партиям и 10-4 еще потом в пятом сете. И в итоге уступил. Но это, в общем-то, как бы было и все. В этом году 3-1 в Кемерово матч закончился. Ну а сейчас Кузбасс отрывается на 4 очка в третьем сете. Тайм-аут берет Валерий Песковский. Возвращается команда на площадку. Сиважелис продолжает подавать. Нужно сейчас сниматься с этой его подачи. Давно бы это мог уже Саматлор сделать, если бы вот тут сам в двух моментах действовал более удачно.
Вот так, Маслиев блок аут от рук Кобзаря и 11-14. Но все-таки в середине партии плюс 3. Посмотрим, как сейчас дальше будет развиваться ситуация. Подача Маслиева. Ну, будет рисковать сейчас силовую подавать. Срывает. Многовато у него Маслиева брака на подаче. 3 точно у него уже есть неподанных, а может быть и больше. 15-11. Керсманович. Маслиев. Коваликов. Папазов. Не попадает ни по блокам, ни по рукам блокирующих, ни в площадку. 16-11. Так, замена связующего. Забивает сейчас верный. 12-16. Так, вместо пиуна появляется Юрий Цепков. Дают сейчас пиуну отдохнуть. Севажелис, Кобзарь, Маркин, 17-12. Цепков, Безруков. Маркин достает этот мяч. Глевенко, Папазов, Безруков, Макаренко. Так, Вишневецкий. Папазов, закрыли его. И пока вот самая бесконфликтная эта партия получается. Как получил Кузбасс вот этот гандикап двухочковый, так он на нем разжился и сейчас уверенно плюс 6 пока ведет. Да, Папазов подустал. Нет, сейчас Поздняков вместо Макаренко. Я думал, Литвиненко выпустит сейчас Валерий Песковский. Опасно, конечно, вот так сейчас отдавать сопернику инициативу. Плюс 7 в третьем сете. Тайм-аут Песковского. Так, и все, нет тайм-аутов больше у наставника Самотлора. 19-12 впереди сейчас Кузбасс в третьем сете. Цепков забивает. Вот первый его шанс. И забивает Юрий Цепков. 13-19. В университете он начинал в сезоне 15-16 играть, выигрывал молодежную лигу с командой. Но уже третий сезон выходит в составе первой команды. Сейчас пытался блокировать Тавасиева. Ну там у Инала большое преимущество в росте. 20-13, подача Маркина.
Эту партию уже, похоже, не зацепить хозяевам. Но можно хотя бы попытаться побороться. Вишневецкий, Безруков, Маслеев, 14-20. Савелий Поздняков сейчас будет подавать. Маркин, Кобзарь. Ну, в общем, история с Гливенко продолжается. Третий раз он пытается атаковать, то в блок, то скидка какая-то невнятная, то сейчас ваут. Думаю, что на четвертую партию выйдет вновь Зайцев. Если там не травма, конечно, не похоже на то. 15-20 подача Позднякова. Ну и опять же, если четвертая партия будет. Сиважелис. Кобзарь. Ваут. Богдан Гливенко. Просмотр возьмет Вербов. Касания там будут смотреть, по всей видимости. Нет, очко Самотлору, не было там никакого касания. Тайм-аут Вербова. Вербов о чем-то с вами разговаривает. Черно-желтые уже готовы. Вот тайм-аут закончился. Подача Позднякова. 16-20. Шишкин. Кобзарь. В защите хорошо играем. Маслеев. Есть! Как будто не было там никакого блока. 17-20. Далековато отпустили соперника в середине партии. Есть сейчас пока еще у Кузбасса право на проигранные мячи. Ну а Савелий Поздняков продолжает подавать. В этом сезоне он пришел в Нижневартовск, пока не так много, чтобы играл, но когда выходит, оказывается полезным. Есть Цепков! 18-20! Так, Щербаков вместо Тавасеева. В общем, то время, что Тавасеев провел на площадке, ну, раз сделал тренер обратную замену, значит, недоволен он. 18-20, вновь Поздняков, Маркин, Сиважелис. Поздняков достать! Ну и уже не хватает тут оборотов у Кириллова. 21-18, 3 очка. Ну вот, да. Большой отрыв был, большой гандикап был у Кузбасса. Молодцы, конечно, хозяева, что вцепились. В принципе, еще тут будет возможность побороться. Подача как раз сейчас Щербакова. Планер был. Папазов. Есть, сейчас решает. 19-21. Эх, вот не те бы две сорванные Виталием атаки, когда закрывали его. Там во второй зоне другой бы сейчас был коленкор. Ну, в общем, итак, рабочий счет. Сейчас подача Цепкова. Юрий Цепков может хорошо подать. Посмотрим. Шишкин.
Кобзарь. Кусманович Ваут. Было касание? Не было касания. Что? Просмотр, да? Просмотр. Ну, как-то... Давайте сейчас посмотрим, что на конференции будет показано. Решено. До 21-19 был счет до этого эпизода. Сейчас 21-20, но в чью пользу? Да, в пользу Кузбасса. 20 площадка там была. 22-19. Подача Гливенко. Вдвоем тут пошли Поздняков и Вишневецкий. Ну, итогом стал проигранный мяч. Спасали там его доигровщики. В итоге Ваут он угодил. А, нет, это был верный там. Еще и выбитый прием. Ну да, доведет сейчас до победы Кузбасс. Хотя вот я на месте Крисмановича бы так сейчас не радовался. Будь там отрыв в середине партии не такой большой, сейчас бы не было бы такой комфортной концовки у Кузбасса. Поджал их там Поздняков на подаче. Еще и Гливенко в сетку бьет. 20-24. Пазов на подаче. Шишкин. И Сиважелец решает эту партию. 25-20. Выиграет Кузбасс. Окончает в этом счете. Нас ждет четвертый сет. Так, и тоже расстановка у Кузбасса. Тот же состав у Кузбасса. Папазов подавал. Щербаков забивает. 1-0. Повел Кузбасс. Поздняков. Безруков. Поздняков завершает. Каскадная атака была. Верный выходил первым. Имитировал атаку первым темпом, ну а завершал ее Поздняков. 1-1. Станислав Маслиев. Силовую под эту Маркин там справляется. И Щербаков. Второе очко Михаила Щербакова. В четвертом сете подряд. Два один на подаче Александр Маркин. Тишина такая повисла над площадкой. В игре мяч. Поздняков. Молодец. Не испугался там тройного блока. Понял, что не нужно в него ломиться. Можно просто его обхитрить. 2-2. Ну, остался Гливенко на площадке у Кузбасса. Не очень удачно он действовал в четвертом, в третьем сете. Подача верного Шишкин. И Маркин забивает. 3-2. Слив, Безруков, Цепков. Ну, пока вполне себе удачной смотрится замена пиуна на Цепкова. Юрий эпизоды решает. Не в том смысле, что Кирилл играл там как-то не так, как надо, но бывает же так, что не оправдывают себя замены совсем, да, но вот
Цыпков как подействует удачно. Все, что ему дает, забивает. 4-3. Тем временем Самотлор повел. Со счета 8-8 в предыдущем сете не был впереди Самотлор. Вау, сейчас Маркин атаковал. Там была сложная ситуация. Либо перекидывать, либо было рисковать. Под заднюю линию пытался Александр мяч уложить. Не попал в площадку. 5-3 плюс 2 у Самотлора. Подача Валентина Безрукова. И Цыпков сейчас Крысмановича закрывает. Здравствуйте, Крысманович. Говорит, что-что? Он-то был уверен, что вогнал там мяч под кожу нашему блоку. А его закрыли. Тайм-аут сейчас у Вербова. А у Самотлора очень решительное настроение. Тут такое «давай-давай» сейчас прозвучало. Ну, только было сейчас не пережать. Да еще, в общем-то, как бы только начало сета. Ну, на блок сейчас здорово получилось. Озадачили они там чемпиона Европы Петера Крысмановича. Глевенко зачехлили. Хорошо, Крысманович подстраховал. Не будет атаки. Ну, тут еще было попробуй возьми этот мяч. Попазов. Еще бы раз Кириллов. Молодец. Без руков. В так не попал. Сейчас в темп не попал Цыпков. Ну и вот. Увы и ах. Максимум сейчас Кузбасс извлекает все, что мог извлечь из этой атаки. Неудачная там была передача на Цыпкова. Поздняков. Безруков. Поздняков. Есть, разрезал блок. Ну, он, так скажем, цельным и не был там. Зияла брешь между Севажелезом и Крысмановичем. И в нее как раз Поздняков и попал. 7-4. Савелий Поздняков. Вот на его подаче была организована как раз погоня в третьем сете. Которая могла увенчаться, наверное, успехом. Поздняков страхует после скидки Кобзаря. Сейчас Кобзарь же страхует. Глевенко. Ну и вот, наконец, забивает Глевенко сейчас. 5-7. Не успели выставить ему там должным образом блок. И Богдан забил. 5-7. Подача Севажелеза. Маслиев. Аут. Ну, было у него тут время спланировать атаку. У меня так завис на сеточке перед вторым касанием. И забивает Маслиев. Без смен он сегодня пока на площадке находится. Из доигровщиков. Подача Юрия Цыпкова. Сорвался с Юрия подачи. К сожалению, 6-8 счет становится. Так, ну сейчас внимание подаче Крысмановича нужно уделить. О. Я думаю, мы ей уделили, просто Крысманович сам не подал. 4-4 гласных подряд. Ну, бывает и сложнее. Ладно. 9-6. И верный блокирует сейчас атаку Кузбасса. Я там просмотрел, кто был в атаке. Если повтор сейчас дадут. Нет, не будет повтора. Так. Пакшин сейчас выходит вместо Севажелеза. Третьего игрока уже на эту позицию пробуют Вербов. Это Роман Пакшин, доигровщик, 98-го года рождения, 203 сантиметра.
10-6 подача Папазова. Я тут подумал, что хорошо, что баски не играют в волейбол. У них вот неимоверно сложные, конечно, фамилии. Если в футболе там еще есть время, чтобы их произнести, то... Опа! Маслеев. И не достать. 11-6. То в волейболе, баскетболе, где очень динамичная игра, но там не произнести все эти длинные фамилии. Уртика Ичей — это самое простое, что мне сейчас на ум приходит. Ладно, проехали. 11-6 счет. Тайм-аут Вербова. Нужно сейчас вносить коррективы в игру. Ну вот интересно, что Бакшин и Кречетов — это самые молодые игроки в составе Кузбасса. Один из них 98-го, другой 99-го года рождения. Ну, достаточно возрастная команда у Кемерово. Я скажу, что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять человек, 30 лет и больше. Ну, так сказать, не возрастная, опытная, да? 11-6, подача Папазова. Все еще в этой партии впереди. Болеем за своих. Щербаков. Ну, спасает сейчас, тащит своих ветеран. 7-11. Без вариантов там была атака. Какой-то другой Щербаков появился. Или стали у него по-другому пасовать, или другие акценты сделаны. В первой партии не очень у него получалось. Так. Кобзарь. Это принимал Маслеев. И сам сейчас будет атаковать. Страхуют. Эх, в такую зону мяч перелетел, где не достать его было. 8-11. Два очка выбирает Кузбасс. Ну, на секунду, тут нельзя расслабиться. И более существенные отрывы бывают, отыгрываются. Поздняков принимал. Маслеева закрыли. От 5 очков остаются 2. Ну, находит чаще всего противоядие против этих мощных атак из второй зоны, из четвертой зоны Маслеева. Надежно его блоком закрывают. Поздняков, Безруков. Третий раз сейчас играл на Маслеева. Сейчас Пакшин скинет, и будет еще одна возможность атаковать. Безруков. Сейчас на первый темп на Верного. И Верный играет верно. 12-9. Ну вот, честно сказать, конечно, тревожно. Тревожно за вот эти варианты, когда дают атаковать Маслееву. Закрывают его, все чаще закрывают. Все реже получается играть наверняка. Сейчас подача Станислава. Ну, сейчас Пакшин принимал. И первый темп от Щербакова. 10-12. Ну, у Кузбасса тут такая... Красуется надпись 300 лет, да? А сама-то команда, конечно, младше Самотлора на 2 десятилетия. Маркин сейчас не будет рисковать. Есть у нас доигровка, есть шанс исправиться. 11-12. И Пай Маслеев срывает. Ну, вернее, закрывает его блоком. Разгадывают это его решение. Возвращается Кузбасс в партию. Папазова смягчают. Гривенко. Тройной блок, ну какой-то такой неуверенный пошел на Гривенко. Поздняков. Здорово, как в защите. Ну вот сейчас... забивает Пакшин, забивает.
между сеткой и блоком. Мяч прошел просмотр. Сейчас будет Песковский смотреть. И поговорит он с командой. Я думаю, это... С Маслеевым он хочет тут индивидуально поговорить. Все-таки только в последней части матча 4 атаки Станислав не забил. Ну а Кузбасс отыгрывает преимущество 5 очков. Сейчас есть, наверное, психологическое преимущество у кемеровчан, но так, просмотр закончен. Не было там касания сетки смотрели, по всей видимости. 12-12 счет становится. Ну и борьба по новой. Поздняков, Зруков, Папазов. Много сейчас зависеть будет от капитана Самотлора, конечно. Доигровка. Ну, сейчас отличная комбинация Кобзаря-Щербакова. Это высокий пилотаж. И Кузбасс уже впереди. Возвращается Коваликов на площадку, да, со связующими разные варианты пробует сейчас Валерий Песковский. Верный. Коваликов, Папазов. Увы, я, 14-12 впереди Кузбасс. Подает сейчас Маркин. Облегчает немножко задачу хозяевам. И на пусту сейчас Ярослава Верного на подачу. Валерий Песковский. Нужно вороться и цепляться в этой партии. Срывает Верный подачу. 15-13. Вновь 2 очка впереди. Имеет два очка преимущества имеет Кузбасс. Подача Щербакова. И потрясающий планер. Очень удачно вошел в этой партии в игру Щербаков. Пожалуй, он делает погоду, по крайней мере, у Кузбасса. Но сейчас даже никто к этому мячу не подошел. Невецкий. Папазов. Блокаут. 14-16. Ну, конечно, это огромный бонус, огромный психологический бонус дает то, что отыгран существенный отрыв. Пусть это было и в начале партии, ну и теперь... Конечно, будет Кузбасс пытаться играть на опыте. Ну и вот тут, по-моему, задержка еще была ранее. Да, это судья и показывает, что там задержан был мяч. 15-16. А Игорь Коваликов продолжает подавать. Маркин. Здесь без блока атакует Пакшин. Пока убедительно он выглядит, другое дело, что не так долго на площадке находится, но посмотрим, в общем. 17-15 счет. Аут, 16-17.
Так, Поздняков. Савелий Поздняков сейчас будет подавать. Ларкин. Деревенко. Аут. Сравнивается счет 17-17. Так, ну и вот Зайцев появляется, да. Значительно промежуток он провел на площадке. Всю третью партию и большую часть четвертой. Видно, уже Вербов планирует пятый сет играть. Шишкин. Вот сейчас Пакшина закрыл Папазов. Ну а Кусмановича никто не закрыл. 18-17. Ну и в диагонали Зайцев. Это, конечно, я считаю, опаснее, чем Гливенко. А у нас вместо Позднякова выходит Макаренко. До 17-17. Подача Пакшина. Вишневецкий. А их закрыли сейчас Цыпкова. 19-17. И вновь имеет преимущество двухочковая Кузбасс. Концовка все ближе в сете. Закрыли Цыпков, ну и вторая попытка. Маслеев попал. Ну, наконец-то. Наконец-то нашел вариант. Восемнадцать-девятнадцать. Подача Цыпкова. Марков не продавил наш блок. Доигровка. Нужно сейчас воспользоваться этой ситуацией. Брейкба. Молодец. Блок-аут Папазов. 19-19. Ну вот здесь хорошо в этом отрезке Маслиев нашелся. И Папазов сыграл результативно блок-аут. Ну и сейчас нужно все силы собирать на эту важнейшую концовку. И в этот момент Цыпков срывает подачу. Так, подача Крисмановича. Очень важный момент, очень хорошая подача у Петра Крисмановича. Может он сейчас много решить. Маслиев, выбитый прием, похоже, будет. 21-19. Каренко, Коваликов. Верный забивает. 20-21. Так, Папазов. Ну, тоже помним мы его хорошие подачи. Нет у нас сейчас нашего главного оружия. Эйс оружия пиуна. Давно уже нет. Ну, будем надеяться на тех, кто есть. Пакшин. Щербаков, но здесь было сложно сделать подачу, высокий мяч был, пристраивался Кобзарь, хотя, конечно, с его мастерством-то можно было пасовать поудачнее. На первого темпа 21-21. Виталий Папазов. Шишкин принимал. Маркин почти без сопротивления. Ну, там
прыгал Коваликов, понятно, что не конкурент он Маркину. 21-22. Подача Игоря Кобзаря. Маслиев. Маслиев. Шишкин на задней линии. Маркин Вайлд без касания. Так, Верба будет, естественно, брать просмотр. Ну нет, там уверенности у Заматлова, что не было касания. Если бы сейчас будет 22-22, либо 23-21, да? Ну все решит повтор, тут на то они у нас и есть, просмотры. Так, силы иссякли уже у всех. Никто излишне не эмоционирует. Долго смотрят. Да, очко по спасу. 23-21. Коса. Не было там касания. И плюс 2 очка в концовке четвертой партии. Подача Кобзаря. Преимущество, конечно, сейчас на стороне кемеровчан. Проще им сейчас выиграть этот сет. Замысловатая такая подача получалась у Кобзаря. Маслиев забивает. 22-23. Подача Маслиева. Ну, сейчас только мастерство, только удача. У кого ее будет больше? Хорошо же! Сетка сейчас, конечно, помогла Кузбасу. И Папазов. Есть! Решает Папазов эпизод. Молодец! Вот это, к слову, о мастерстве. Сложнейший эпизод. Ну, довольно сложный, так скажем, да? Что-то сейчас Кобзарь просит у судьи. Ничего он не добивается там, естественно. 23-23 сравнивается Матлор. Счет. Ну и благодаря, давайте отметим, конечно, отличная подача Маслиева. Помогла там Кузбасу сетка, но не воспользовались они помощью. Маслиев продолжает подавать. Вновь мощно Пакшин принимал далеко мяч от сетки. Маркин. И верный решает этот эпизод. Просто ставит руки в нужное место. 24-23. Это, господа, матчбол сейчас. Конечно, Кузбас так его не отдаст, и нужно будет этот матчбол еще реализовать, попробовать. Но, тем не менее, это первый матчбол. И подача Маслиева. ...24-23 в четвертом сете. Высоко мяч. Так. Кириллов, доигровка у нас. Это шанс. Макаренко. Да, 25-23. Это значит, что Югра Самотвор выигрывает. Виталий Папазов хватается за голову. Он не верит. Он не верит. Это вторая победа. Так, просмотр будет. Естественно, будет просмотр. Понятно. Но там, по-моему, ну что там. Давайте посмотрим, что там можно смотреть. Повторяется у нас история матча с «Зенитом», когда был взят просмотр. Коваликов, а что там смотреть, что там сетка была?
Ну, давайте посмотрим, подождем. 25-23 счет на табло. И что решат судьи? Нет, победа, победа! Уважаемые болельщики, с наступающим вас Новым годом! С победой! Ну, а Кузбасс, спасибо за то, что вы боролись, ребята. У вас была тяжелая концовка, и вы были молодцы. Ну, а Самотлор, еще раз с победой. До свидания.